На сегодняшний день в 20-й школе питание возобновлено, прошла вся обработка, прошли все проверки и получены все результаты. И Роспотребнадзор дал нам разрешение возобновить школьное питание в школе номер 20. Сегодня еще раз Роспотребнадзор по нашей просьбе проведет работу над ошибками со всеми директорами, ответственными за организацию питания, а также с операторами питания, которые осуществляют деятельность в наших абаканских школах. Уверена, что все наши усилия дадут нам хороший результат, питание будет качественным. Но родителей хочу успокоить, потому как именно в школе наши дети получают здоровое питание. И оно им крайне необходимо для того, чтобы их оценки были максимально высокими.